Сегодня наша телевизионная программа «Большая семья» гостит в Ухтинском государственном техническом университете. И вы знаете, я, честно говоря, очень порадовалась, что в этом университете есть вот такая аудитория, амфитеатром. Все те, кто когда-то были студентами, наверняка помнят вот такие знаменитые аудитории. Очень хорошо, что в УГТУ это сохранили эту традицию, оставив вот такую аудиторию. Наверняка где-то здесь тоже сидят, слушают лекции и наши герои. Лекции о том, как добывают нефть, газ, ну и там нюансы, связанные с этим. Поэтому сегодня мы познакомимся с ними. Но прежде я решила побродить по университету и немного познакомиться с ним и со студентами. Так, вот это вот студенческая жизнь, ну, немного фотографий, и все понятно. Ребята танцуют, поют. День первокурсника. О, вот что мне нравится, это выпускные. И ребята вот в такие мантии облачаются. А вот и ректор Николай Денисович Скадая. Награждает, вручает. Вон, какие красавцы они. Смотрите, о! О, это вот выпуск ребят. Где вы еще такое увидите? Только в Ухтинском государственном техническом университете. Ребята здесь открытые, разговорчивые и гостеприимные. Они приехали учиться сюда не только из нашей республики, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Университет готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности, и это основное его направление. А вот по наглядной информации как раз и можно судить, чем живет студенчество университета. Очень удобно, кстати, если вы впервые здесь. Сейчас мы находимся на одной из кафедр, и меня восхищает то, что та самая вот интересная наглядная наглядный материал. Вот Олег, я обращаюсь к оператору, к нашему коллегу, к Костромину, посмотреть. Вот это вот все вот, да, фотографии тех людей, которые преподают, преподавали на одной из кафедр. Это как пример. Одна из кафедр. Попечительский совет, научная деятельность. Мне очень нравится то, что это все. Вот, пожалуйста, мы приехали, прочитали, мы представление имеем. О, расписание, по которому мы будем сейчас искать наших героев. Уже пора на встречу с ангольскими студентами. Они в России не первый год. Сначала изучали русский язык на подготовительном отделении в Уфе, а кто-то и в Петербурге. И вот сейчас они в Ухте. Это будущие специалисты нефтяной промышленности. Будем надеяться, что вы поедете к себе домой. Да? Да. Может, уже у кого-то есть своя собственная нефтяная вышка. При встрече с нашими героями мы стремимся как можно больше узнать о том, как же создаются семьи в их стране. Вот и сейчас мы заговорили о свадьбе. Вы кто-то женат? Нет? Нет. Семьи ни у кого нет, да? Да. Свадьба в вашей стране, она какая? Вот? В Анголу есть два стиля свадьбы. Традиционная свадьба, как она приходит? Тебе понравилась одна девушка, ты... Но одна? Да. Одна. Да. Имеется в виду, одна жена должна одна, быть? Или да, несколько? Да. Нет, одна. Нет, в Анголу только одна. Хорошо, да. Ладно. Тебе понравилась одна жена, ты скажешь, уходить ли? Уходить ли? Вы встречаетесь, уходить ли эта девушка, которая тебе понравилась, разговаривает на тему свадьбы. Ага. Это на португальский язык называется апрезентação. Ага. Апрезентação – это как знакомиться с семья. Это знакомая семья, а семья у жен или у девушка будет разговаривать, что нам надо приготовить, чтобы определить уже день свадьбы, который традиционный. Сватовство такое, точно, подготовка. Да, точно, да. А тогда тебе дают одна списка интересных вещь, которую тебе надо приготовить. Это что? А цена? Цена тоже есть, кстати. Есть там. Я представляю. Примерно в письмо, которое они пишут, нужно там есть $300.
США. Да, сейчас уже она идет повыше. Каждый год она повышается. Окей. Покупаюсь национальные костюмы, обычно, наверное, 2 или 3 вида, и тоже нужно еду. Кольцо, что еще нужно? Одно пальто для у брата уходителей. Как сложно. У старших братьев уходителей нужно одно пальто. И у семья, у девушки, они приготовились одна приятная вечеринка для нас, типа еду, все это готовите именно для нас, торта и так далее. Тогда наши разговоры. На разговоре они спросят: вы принесли нам все то, что мы попросили про списка? Они отвечают: да, мы попросили. И они берет свой список, который писали, и начинает считать. Да. $300 где? Въезд. Где у этот костюмы у дяди? Есть? Есть. А, слушайте, это все прям должно выполняться? Да, списка, все. Если кое-что не то, уже сразу не будет. Все, да? Да, все. О, как вам надо очень внимательно. Да, то жену не получите, все. И вот эта ситуация серьезная. Да? Да. И так относится к этому старшее поколение, да? Да. Первый полгода это свадьба. После этого уже мощно уже договорился международная свадьба, которая вы церковь. Да, церковь ходите. Это свадьба, мы по нашему языку аламбаменту. Как наши церкви. После 2-3 года уже они собираются, но можно тоже кто-то на месяц. Ну, если невеста беременна, то надо обязательно торопиться же. Ага, понятно. Ну, чтобы когда, родился, да, но они были уже женились. Да, надо отметить, что такой момент характерен не только для Анголы. Ангола! Как воспитывают мальчиков в Анголе? Во-первых, у сына нет слова. Да, кто ходитель сказал, что у сына сделаете. Ага. Первое, потому что они очень сложно. Если быть не целенаправленно по той направлению, которое папа сказал, это уже либо тебе убьет, дарит чуть-чуть. Папа сказал, это нельзя делать. Обязательно тебе надо ходить в школу, тебе надо ходить в церковь. Тебе надо сделать домашнее задание дома, есть обычно домашнее задание, есть домашнее задание, которое в школе. Тебе это твоя обязательность. Ну, обязательно, да, конечно. Папа всегда спросил его сын: первый учеба, а потом жена. И потом прогулки. Точно. То есть строго, да? Смотрите, как молодцы ваши родители. И если бы они вас так строго к вам не относились, вряд ли бы вы здесь сидели и учились бы сейчас на нефтяника, на газовика. Ну, согласитесь, это все-таки это хорошо. Конечно, в детстве хочется там и, так сказать, побегать, поиграть, с девчонками повстречаться. И родители что, все время проверяют? Проверяют, да. Только мальчиков или... А к девочкам снисходительнее немножко, нет? Девочек как-то так... Слабее, да? Сейчас уже другое время вообще. Ну, раньше вообще. Раньше. Тем более, когда не было какие-то работников, домохозяйков, вот это все. Не были, да? Но это мы должны все делать дома.
домашние задания, как бы, ну, стирать одежду сами, они вас научили. Приучали, да, хорошо. Ну, это все хорошо. Делать, помыть полу, вот это все, да, зато мы все дома умеете. Сам сделали. Ну, конечно, все умеет. И готовить даже, вот. Сами тоже. Вот. Вот. Чем занимались вот в детстве? Футбол гоняли? Футбол, конечно, обязательно. Баскетбол, ага. Волейбол. Ага. Такие, да. Игровые, да, в основном? Да. Есть тоже карате. Карате. Уже, да? Да, да. Ага, а как наши лыжи, коньки, хоккей? У нас снега же не бывает. Так я к чему и веду. Вы здесь, ну, вы мы здесь... на воликах тоже. Катаетесь? Ну, катаемся, да, тоже, да, на воликах. Да, да. А здесь как-то вот, вам уже удавалось встать на лыжи, например, нет? Да, ну, я уже... Попробовал? Уже... Да. На физкультуре, да. Не только на физкультуре, нам пригласили... Максим, он был, наверное, первый российский про на лыжах. Ага. Да, мы там ходили к нему, он нам показал, как можно ходить. Ага. Ну и как? Очень катались спокойно, да. Очень, каждый 5 минут я упал. Я падал. Ну ничего, зато поняли, что такое снег. Оказывается, можно и кататься, и... А здесь хоккей, ничего не пробовали? Хоккей? Да. Ну, я в Октябрьске, да, занимался чуть-чуть, да, с друзьями. Еще попробую сноуборд, ну, я клюну Богу, вообще больше никогда. Не, ну сноуборд, это не надо. Взаимоотношения старшего поколения и молодежь, вот как это выстраивается? Уважаем старших. Да? Да. Даже здесь, да? Но это для нас это самое главное, надо уважать. Ага, да. Ага. Ну, без уважения вообще никуда не пойдем. Да. Тем более даже здесь, например, у нас есть этот президент. Ну, считаем, как президент заведующий здесь. У нас заведующий даже Жозе. Ну, для всех студентов, которые сам. То есть что скажет Жозе? Да, мы сделаем, чтобы вообще конфликт не был, и тем более он уже здесь давно. Ага. Да. Вот, ну, если он скажет, значит, что правильно. То есть прислушиваются? Ну, да, конечно. Да. Ага. Ну, ага. Вот так. Жозе, и дома тоже так. Так. Вы такой главный. Это так нам научили. Старик. Да, это так и нам научили в Анголе. Потому что, когда родители говорят, ты слушаешь, и ты не отрицаешь его. Ага. Ты идешь дальше, что он хочет, ты делаешь. Ага. Но только так и мы живем к старшим братьям, ты тоже должен относиться к ним так же. Ага. Да, к уважениям, и что он сказал, что есть. Ага. Поговорили мы и об образовании ангольцев. Вот у нас, допустим, дети идут в первый класс, и они учатся 11 лет. Средняя школа. Как у вас? У нас так же, да, получается. Да. Ага. И потом они уже выбирают, либо это будет там колледж, или будет университет, или как дальше-то? У нас тоже, но не колледж, потому что у нас колледж, это же до 11 класс. Ага. А выбираешь либо институт, либо университет. Потому что у нас есть тоже технический институт, который не университет. Просто чтобы ты учились где-то, например, 2 года или 1 год, и образование уже получишь, чтобы работать. Какие ангольцы, мужчины, по характеру? У мужчин, они воспитаны, чтобы жили с семьей, да, они должны быть на семьей и всегда главный. Ага. У семьи он должен кормить свою жену, детей и заплатить квартиру в это время, и все то, что нужно внутренняя семья, это он первый решает. И по общей женщине, да, анголанская женщина, они воспитаны, чтобы должны слушать своего мужчину. И во-вторых, помогает муж на какой-либо случай. И
И самое главное тоже помогать на воспитывать детей. Женщина в семье, жена не имеет голоса? Умеете, потому что перед сказать, муж перед сказать, должны спросить свою жену. Да, она, что она скажет, это что есть главное, потому что должно быть одно соглашение между муж и женой. Конечно, с уважением есть всегда, это первое, это муж. Вторые – это женщины. А женщины, они занимают какие-то руководящие посты? Мне кажется, все везде мужчина, мужчина, все везде, нет? Нет, мама. Чем руководит мама? Ну, она – это директор банка. Конечно, серьезно. Да, серьезно. Еще и деньги на ней. Представляете? Нет, у нас директор банка, ну, она же руководит, ну, просто не этот, не как у вас, когда ну, директор банка, значит, что много денег. Нет, ну, можно жить, можно поживать с этим деньгами. Убеждаешься, что в большинстве стран женщины не сдают своих позиций и стараются не только заниматься домашним хозяйством, а это типично для Анголы, но и поруководить немного. Кстати, при этом не пропуская ежегодный ангольский карнавал. Ангольцы очень музыкальный народ, да и танцующий. Так Жозе ведет танц-класс в университете. Я хочу вам сказать, что ваш танец настолько энергичный, настолько, как мы говорим, семь потов сойдет, пока потанцуешь, да, его. Как он называется? Называется. Он какой-то ритуальный танец или нет? Что он обозначает? Потому что все-таки каких движений вы делаете? Называется кабитула, это танец. Это танец, она африканская. Африканский танец не именно из Анголы, но мы тоже танцевали. Ну, то есть это древний танец, давнишний? Да. Это же не новый танец. Не новый танец, очень древний танец. Где его танцуют-то? Обычно на мероприятиях. У нас есть одна мероприятие такая очень большая, которая существует, я не знаю, в Африке, общая Африка, но я могу сказать типа в Анголу, и в Америке Латинской, в Бразилии. Мы танцуем в карнавале. Ученики Жозе с удовольствием танцуют популярную кизомбу. Вы когда сюда ехали, в Россию, вы, ну, какое представление, в общем-то, было у вас? С ветерана начнем, да? Да, точно. 5 лет в России. Так, Жозе. В России все сложно. Ага. Все сложно и все разное. В первое. Человеческие, да. Мы знаем, что есть белых людей, но... В Анголу тоже есть, но не с таким количеством, как в России. Да, и другая сложность.
Ваша погода очень сложна. Это Санкт-Петербург? Нет, это старый, потому что ты встретишь сначала в аэропорту, ты не уходил на улицу. Да. Да. Почему? Прекрасная погода. Да. Нет, в Анголе самая высокая какая температура-то? Там 40, 32, наверное? Нет, тут 32. А, да. У вас же тоже есть понятие зимы. У нас не холодно, как в России. У нас же весна, не зимы, весна. Ага. Да. Ага. Да, когда немножко все это спадает, где-нибудь ниже 30, да, такое бывает, градусов? Нет, нет? Никакой минус. Только плюс, ну, да. Плюс 15, да. уже было плюс 7. Ну, зимний кольк у нас нет. Но нам-то тут одежды надо много. У нас кольк есть, все это, ну. Мы уже говорили по погода, была языки. Да. Ага. Очень а что, сложно было, да? Да, сложно. Очень. Русский язык очень-очень сложно. Во-первых, потому что если падежах, то меняется по каждой слово, меняется по каждой окончания. Ага. И это очень-очень сложно. Еще что-то добавите? Кроме погоды, кроме языка. Трудности по магазину. Магазин? Да. Да. Итак, первое слово, которое мы изучаем в России, это «да». Когда идешь на подготовительный факультет. Да. Тогда идешь в магазин, да, хочешь нет, покупать да, продукт. И ты не знаешь имя, о чем хочешь. Она да, тебе покажет. Вот это ты говоришь «да». Это «да». Это «да». Тогда один из нас хотел покупать курицу. Так. Ему не прилетели курицу. Так. Ему сказали, что ты хочешь. Он сказал, ка-ка-ка-ка-ка-ка. Так, да? Это означает, что курица. Курица. Да, они принесли маленькую курицу. Он сказал, нет, мама. А, большой. А его цыпленка принесли. Да. Ой, да. Очень сложно. Ну, слушайте, есть что вспомнить вам. Первые дни, первые полгода там в России, да, но зато вы будете детям своим рассказывать. Когда поедешь в Россию, изучи слово «да», «нет» прежде всего, да? Я когда первый раз пойдем в магазин, да, там задал вопрос, что ты хочешь? Я просто... Показал? Да, вот. Ага. Рассказать просто это. Ходить по улице тоже сложно было, потому что... Мы привыкли уже, когда мы у нас, да, дома. Гуляем нормально, да, вот, да, и, да. Или в другой стране, да, да, нормально гуляем по улице. А здесь, когда мы на улице погуляли, например, когда приехали в Уфе, да, ага, там, ну, сейчас уже много, как сказать, африканский есть. Потом мы ехали все, ага, и давно они не видели этот африканский. И когда мы начали приехать обратно, ну, опять, да, вот, они на нас смотрели, все на тебя смотрят, как это вообще? Слушай, ну приятно же, внимание! Наоборот, даже, хотел бы, ну, почувствовать, как бы это известно, ну, плохо вообще себя чувствуешь. Сейчас мы приехали опять сюда, в Ухту. Да. А здесь тоже, я не знаю, если недавно или никогда они видели африканский, ну, опять такая ситуация же. На остановке ждал этот автобус, ага, вот, и один там был, один там стоял. Он вас разглядывал. И все на меня смотрели. Кто на машине, кто пешком. А знаете, я думаю, наверное, здесь больше удивления, скажем, бедные ребята, в морозы. Там у них жара, я больше удивлена. Как можно на север. Ну вот. Да. Почему здесь? Почему на север? На север? Да. Ну потому что вот такой вуз. Просто много слушаем. Потому что такой здесь прекрасный, отличный, просто сильный очень вуз, который готовит именно, вот я говорю, по нефтяной и газовой. Знаете, такой контраст. Африканец и снег. Бедные ребята, как же им сложно здесь холодно, если нам холодно, правда? Да, правда. Вот. Поэтому это. Все жизненно, я думаю. Главное вам получить хорошее образование, чтобы у вас потом жизнь сложилась. Это немаловажно, я так думаю. А старт хороший отсюда будете иметь. У вас государственный португальский язык?
Да, язык и португальский. Один? Один, да. Один, да? Ага, ага. То есть у ангольцев своего диалекта нет, да? Есть, да? Да, есть. В каждом районе есть свое, типа, в моем районе это Умбунду, район у него это Кимбунду, район у него это Умбунду, район у него тоже Умбунду. Ага. А понимаете друг друга, если вот из разных диалектов? Нет. Да? Нет. Совершенно. Все на португальском. Все на португальском. Но это удобнее, да? Если общаться на португальском. Не только удобно. Ангола потерял культуру, свою диалект. Они потерял на совсем. У нас был колонизация 500 лет. Небольшая историческая справка. Республика Ангола находится на юго-западе Африки. Она была открыта португальцами в 1482 году. Расширение влияния Португалии вглубь страны началось лишь в 19 веке. А независимость же от Португалии Ангола получила 11 ноября 1975 года. И этот день сейчас является национальным праздником, днем провозглашения независимости. Страна разделена на 18 провинций, и развиты такие отрасли промышленности, как нефтяная, алмазная, горнодобывающая, пищевая, сахарная. Так что наши герои у себя на родине без работы не останутся. Нефтяная отрасль у них в приоритете. У нас тоже есть очень богатая земля, которая, я не знаю, почему они не работают с этой землей, потому что наши не должны даже обратить внимание на нефть, должны обратить внимание на землю, потому что очень богатая земля, которой можно все, там растут, и все. Но только они на это не обратили внимания. У нас есть тоже Атлантический океан, который у нас рыба любой есть, и там все это... Вообще из моря там есть. Ага. Да, и у нас есть тоже много, ну, например, нефти, алмазы, мрамор. Ну да, алмазы ангольские тоже есть. Бриллианты тоже есть. Кстати, там есть золото одно... Золото у нас нет. Золото Марокко. Ага. Вот у бриллианты, кто это? Там это катока, да? Да. Катока это расистская. Компания, да. Катока и... Эндиама. Ну вот, Республика Коми тоже богатая очень. Мне нравится Россия. Kakala kalami sandu yamies gitale lengo kasala gitale kakala kalami.